осталось следа от поцелуев и рук, от встреч, свиданий, разлук. И от людской пустоты остались только цветы, где за оградой камней зарыты чьи-то мечты. Прости нас, первая любовь, за то, что остывает кровь, за то, что не горят глаза, и забываем мы тебя, за то, что слышим голос твой, за то, что видим образ твой, но принимаем за другой. Прости нас, первая любовь, прости нас, первая любовь. Когда уляжется пыль и небо станет светлей, когда цветы опадут, а травы просто желтей, ты, оглянувшись назад на кем-то пройденный путь, и вдруг поймешь, что нельзя ни шага в жизни вернуть. Ты вдруг поймешь, что нельзя ни шага в жизни вернуть. Прости нас, первая любовь, за то, что остывает кровь, за то, что не горят глаза, и забываем мы тебя, за то, что слышим голос твой, за то, что видим образ твой, но принимаем за другой. Прости нас, первая любовь, прости нас, первая любовь. Когда кончится путь, ты оглянешься вперед спиной, дверь пробьешь, чтобы войти и забыть вчерашний день, чужой мир, проблемы, боли, любовь. Всю жизнь ищет тепла и разбивается кровь, когда в ответ на нее лишь двух шагов и спина, а вместо локтя удара, вместо боли стена. Без тебя моя.
ребятки. Спасибо вам. Все-таки надо помнить о том, что мы
когда-то окажемся с вами вот в этом гробике под снегом, и уже ничего нельзя будет исправить, и нам лететь дальше, и как бы это только начало пути. И с чем мы туда придем? С тем, что утянет нас вниз, или с тем, что даст нам крылья? Вот это очень важно. Мне бы хотелось все-таки и себе напомнить в этот момент об этом, и не забывать об этом никогда. Перед принятием любого, даже самого маленького решения, нужно вспоминать этот маленький гробик и вот этот снег, который будет его засыпать. Вот. Поэтому все зависит только от нас самих. Вниз или вверх. Вот, и спасибо, действительно, я сегодня узнала, что такое 12-й шаг. И действительно, вот я сегодня пришла к вам, и все, что я говорю вам, я говорю это себе. Если бы не было вас, то, наверное, я бы себе лишний раз этих слов не сказала. Спасибо вам, вы помогаете мне оставаться на этом пути. Спасибо. Все-таки хотелось бы закончить какой-нибудь радостной песней, которую вы знаете, и я думаю, что это будет Рейкьявик. Bye.
молиться. Ребят, еще у нас подарок, ну, знаете, блажение давать, чем принимать.